Добрый день. Время сейчас где-то 16:20, 16:17, точнее. Я нахожусь напротив Национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины. Видите, он построен в 1898 году. А сзади меня находится ботанический сад от этого университета. Вот, так понимаю, центральный вход у него. Вот схема территории ботанического сада. Вот такая фигура из ствола. Олень впереди. А это, наверное, филин. Или сова. А вот медвежонок с бочонком меда присел на пенек. Вот мостик через ручей. Вот мы свернули немножко вглубь парка. Впереди такая красивая избушка маленькая. Тут уже большой медведь с бочонком меда. Это, наверное, улей пчелиный, домик такой. А вот мост, который я перед этим показывал. Вот вдалеке такая красивая избушка.
А это красивая скульптура. Вот эта избушка с другого ракурса. А это лесник присел на дерево, на обрубок дерева, отдыхает. Утомился, наверное, делать обход такого большого хозяйства. Птички чирикают. Вот такая большая птица присела отдохнуть. Вот такая летняя площадка. Стоят столики и скамейки. Здесь можно присесть, перекусить, наверное, во что-то поиграть. И вот такие деревянные скульптуры. И вот здесь вот много таких плакатов. Это же ботанический сад от Национального университета. Сюда студенты приходят на практику. А вот мальчик идет с рыбалки или на рыбалку с собакой. Вот у него удочки, сачок, ведро. А вот впереди в
снова мостик и фонтан. Пройдем по мостику. Интересный такой фонтан и небольшой водопад со львом. Ну, это такой навес, сейчас поднимусь сюда. А вот спускается к нам белка. Вот белка выглядывает из-за дерева. Пить захотела, наверное. Да, но... А вот фонтанчик другого ракурса. И водопад. Вот я подхожу к такой что-то вроде беседки. На столе стоит кружка, лавочка. А вот ступеньки, чтобы подняться наверх. И вот я наверху. А вот такие лианы здесь. Обвили это большое дерево. Сейчас пойдем посмотрим, как это дерево называется. Вот на табличке написано «Хлывник маньчжурский». Китай, Корея, Приморский край России. Белки уже не видно, убежала. Вот сейчас я дошел до красивой
беседки. Столики, пеньки, это площадка для проведения лабораторных и практических занятий. Вот там вдалеке за деревьями интересное сооружение, какая-то лесенка. Сейчас надо подойти туда. Вот четыре таких мощных высоких дерева. Это бук лесной. А сейчас я подхожу к мостику, про который говорил, что его видно издалека, и буду переходить по нему. А вот там вдалеке парк динозавров. Подойдем поближе. Встретились два динозавра. Была уже драка, рога в крови и морда. Вот он распорол ему под левой ногой. Не хотелось бы встретиться с такими зверьми, скажем так, с такими существами, чтобы они попались на пути. Вот уже забор, за забором, непонятно, что то ли следующая часть, то ли уже парк закончился. С
скорее всего, следующая часть. Может быть, закрытая часть. Вот впереди еще одна фигура. Сейчас подойдем и посмотрим. Интересная фигура. Деревья интересные, с подрезанной верхушкой. Крона такая раскидистая получилась. Что это за дерево? Это вишня птичья плакучая. И грибы под ней растут. А вот это закрытая территория. Там выращивают всякую рассаду. Ну, студенты, наверное, тоже туда ходят на практику. Вдалеке красиво на солнце такое огненное дерево. А это совсем такие красные-красные листья. Да, вот видно, здесь растения в горшочках растут. Вот отцвели цветы рядом со мной. Там вдали белые, красные, розовые, желтые цветы цветут. А вот еще одна беседка. Птички чирикают. А вот это закрытая территория уже с другого ракурса, с горки.
лучше видно, чем я сбоку снимал. А сейчас я иду по такой дорожке к какому-то домику. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что это за домик. Ну, тут еще идут, похоже, строительные работы. А вот такие птички сидят на лавочках. Какой строгий взгляд. А вот Филя. Ну, а строится вот она. Сзади пристройка. Вот. Течет ручеек. А вдалеке маленький фонтанчик. Я иду к нему. Какая-то птичка чирикает надо мной. Вот она пристройка будет к основному домику. А вот я подхожу к очень интересному домику с водяным колесом. И этот домик, наверное, называется мельница. И даже колесо может крутиться. Вот что внутри домика. Пеньки.
А вот эта мельница с другой стороны. Вот как вращается колесо. Ну вот мы уже идем к выходу. А вот около этой фигуры я еще не был. Похоже, это бобер. Такой здоровенный. Только речки рядом с ним нет. Или пруда. Но обычно они живут на речке. А вот вдалеке еще одна беседка, и фигуры ее окружают. Сейчас подойдем поближе и посмотрим, что это такое. Это грибы. О, а это медведь в полный рост. Ох, какой кабан с клыками. Вот эта беседка, а сверху ее охраняет сова. А вот такой человек с совой. Лесной человек, наверное. А вот такой здоровенный гриб-боровик. И на шляпке у него улитка. Слева, а справа лист. Еще один гриб. И тоже на шляпке здоровенная улитка и лист. Вот такая очень интересная композиция.
Тут и лось, и какой-то олень, кабан, волк. Кого только тут нет. Вот это такой здоровенный гриб от Днепровской районной администрации города Киева. Мешают лучи заходящего солнца. Время уже 16:22. Извиняюсь, 17:22. Почти 25 минут шестого. Вот оно, заходящее солнце. А вот описание ботанического сада. Вот и закончилось наше путешествие, вернее прогулка по ботаническому саду. Время уже почти половина шестого вечера, ворота уже закрыли. Вот график работы. Вот. Предзакатное солнце еще раз показываю. Вот сам университет, здание. Ну вот и все. До свидания, до новых встреч. Заходите на мой канал «Жить хорошо», оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. А пока до свидания, до новых встреч.